Татарское полкование. Это вот мы туда. В одном, это трехтомник. Это вы сами? Да. Ну, это толкование собрал из всех святых отцов Геннадий Пас, это магистр богословия. Он не на них, мое доме обратился, я миссионер. Он имеется теперь православный батюшка, благочинный Благовесейского округа. И дальше с Японии наши пять святых мы составлены. Это я по одному слову, потом вот именно такой день, такое житие, такое. Симфония на 11 неканонических книг еще. И к истине православия. Это о всех танцах, это все, о всех книг. Собрал, это 40 лет еще материал по одной строчке выбирали. Это там академия помогала, профессора. Это все у них там лежит. Ну, завтра, вот, если Господь позволит, мы рано встаем еще дальше перед сторон, молитвы. Еще не из Москвы возвращались. Доехали до Байкала. В каждую библиотеку я дарю 38 книг. Потому что мы просто видим, что люди ничего не знают и никак. А я в разных университетах был занят, и три радиопрограммы, здесь, за границей. У меня накопилось много вопросов, на которые я отвечаю. 4624. А мой брат родной, он на 5 моложе. Он здесь в монастыре. Правильно служил, 7 лет был настоятельным. Отец Акин Марков. Вот и все знали. Интернет спросить есть? А? Интернет у вас есть? В интернет. Это вот наш православный сайт. Вот, Дарья. Это вот как раз брат Акин крещение проводит. Это вот. Вот он стоит, Сергей. Это... А он православный? Это? Все православные, сугубо православные. Сугубо или православные? Потому что сейчас много сект. Ну, смотри, это есть, наше называется занятие, сугубо православные. По святым отцам. Толкование святых отцов, это занятие в университете. Мы не просто православные, мы выполняем миссию, которую Бог возложил. Идите по всему миру. Сейчас много об этом патриарх Кирилл говорит. Чтобы выходили на распутье, всюду везде свидетельство. Сектанты буквально все захватили. Вот сейчас приехал патриарх с востока-то и говорит, вот еще в прошлом году было, состояние церкви, тире, духовные развалины. А мы говорим, патриарху показали не худшее. А он проехал бы там, где мы были, там вообще пепелище, как раз после Освенцима. Ничего люди не знают вообще. Мы 56 сел прошли, занося Евангелие в каждый дом. 30 тысяч Евангелий раздали. На чем вы едете? У нас сейчас там где в семинарии пассажиры грузовая газель. И вы на ней все время? Нет, мы на еще купили специально для этого дела, для благовестия. И вот 38 книг, которые у меня вышли о православии, вопросы, ответы, я исчез, рукоположен для проповеди. Я каждую неделю говорил 4 проповеди или больше в храме. И все-таки, вы православные? Мы? Русско-православные. А как вас узнать? Вот мы православные, мне твой вопрос задали. Как вы узнаете? Вот я встречаюсь просто с кем-то дорогой. Ну, встречаю, видно, что верующий человек. Он начинает говорить, а я его не знаю. В течение 3 минут я его узнаю, какого направления, кто он есть. Как вы узнаете, мы православные или нет? Отличительные черты православные какие? Нет, я как бы так вот таким образом не буду подходить, потому что... Ну, как вам сказать, мне достаточно вашего ответа. Если вы скажете, что мы не, ну, как сказать... Ну, вот смотрите, это мой родной брат. И вот это вот Игнатий, меня тоже Игнатий зовут, душе им, выпустила крещение по благословению патриарха, и это взято на корочке. Вы с Алтая? А? Вы с Алтая, да? Да, конечно. С Барнаула. Максим-то ваш, да, у нас там. А вы по благословению его? Как? Ну. А без благословения у нас епископ Евтихий. На последнее время Домодедовский. А-а-а. Домодедовский. А-а-а. Патриарх Кирилл Воздвикарный. Так вот. Он у вас епископ? Ну, конечно. Вот а вы были старообрядцами раньше, да? Мы родились старообрядцами. А сейчас вы православные? Ну, сейчас православная церковь, признаем патриарха и патриаршие храмы. Нас служат вместе. А вы сначала были зарубежными, да? Да мы и остались. Зарубежные. Да, мы признали акт о каноническом общении и остаемся в этом. Мы никогда не отрицали акт, это сказать, благодатность Московской патриархии. И мы так и остаемся. Они к нам приходят, патриархийные священники, служат. Батюшка с ними вместе в соборе. Наш Евтихий приехал с Максимом вместе служат, дети причащаются. Нас сейчас ничего не разделяет. Мы единое. Единое тело Христово. У не расколотого стола. Тогда вот у меня здесь симфония, там я оставил ее, и там благословение на нее епископа Евтихия и епископа Максима. Два епископа благословили симфонии на жития святых.
Я вопрос это, допустим, вот, а кто его знает, может, баптист стоит, как он знает. Бороду то любой может отрасти. В первую очередь, сектант никогда не наденет крестик. В первую очередь. Дальше, совершить крестное знамя он не может. Вот видите, вот крестик. Вот он у меня со мной прошел тюрьмы, лагеря. Я за слово Божие отбывал. Я как политзаключенный. Я издал архипелаг ГУЛАГ и брал интервью у репрессированных. 80-го. Вот. Теперь православный. А? Вы написали? Нет, насчитал и распространил. За 10 лет раньше Нового мира. Еще в 78-м году я уже на полную буквально весь стою с этим. Потому что коммунисты этого не потерпели. Я на 7-ю, 4-ю книгу написал послесловие. Там у нее 7 книг, архипелаг ГУЛАГ. Вот этот сайт зайдете, это наш сайт, мой сайт. Этого нигде в мире нету. Тут моим голосом насчитано 12 томов Златоуста. Аудио. 12 томов «Жития святых», 5 томов «Доброталюбия», 4 книги Григория Дьяченко, Игнатия Брещанинов, Иоанн Кронштадтский, Ефрем Сирин, Феофан Затворник. Это все на нашем сайте, в аудио. То есть скачай, включи на кухне, где угодно работай, и ты будешь слушать. Это только на нашем сайте, нигде в мировой сети больше этого нет. 50 книг мы насчитаны. Это еще до ареста было. А вы сказали, вот мы когда вначале начали говорить, вы сказали, мы сугубо православные. Это что значит? Сугубо означает сугубо вдвойне. То есть мы не просто православные зажались в угол, а мы по всему миру свидетельствуем о красоте, широте и победоносности православия. Вот сектанты, они этого не знают. Я миссионер. И в моем доме обратились сектанты баптисты, адвентисты, пятидесятники. Они сейчас все стали батюшками патриархии. То есть мы не просто... Вот я уверовал, как большинство людей ходят. Мы по всему миру несем благую весть. Вот сейчас проезжаем, раздаем, вот 30 тысяч Евангелий раздали. Каждый дом старались зайти, 56 сел. Сугубо православное это означает, мы все посты строжайше соблюдаем. Сейчас нам поставили рыбу, а мы не едим. Не потому что мы хорошие, а потому что я православный. И в это включается все. Все до одного канона должны быть соблюдаемы. Мы за строжайшее исполнение 7 вселенских, 9 поместных соборов, апостольских и правил святых отцов. А сегодня когда это правило, когда-то многие священники сплошь и рядом это. Да вот подумаешь там, да вот мы путешествующие, можно разрешено. Путешествующим разрешено мусульман по Корану. Вы перепутали, говорю, батьки, все. Если я православный, я принял все. От начала до последней буквы. И когда как сказать, когда вас посадили, куда посадили? Жанатас, Жамбульская область. Жамбульская область. Это уже в 86-м году было, суд был. Уже перестройка во всю шагала. А в 87-м вышло помилование, у нас 210 политзаключенных было. Это значит, сколько вы были в тюрьме? А? В тюрьме-то сколько были? Да, в 86-м в январе взяли, а в марте 87-го, но я дважды был взят, в 80-м. А 15 марта вышло помилование. В этот раз я был год и 3 месяца. Это тогда Зоя Крахмальникова сидела, Глеб Якунин, вот Владимир Русак, который написал «Пир сатаны» о всех умученных архиереях. Трехтомник у него. Он был Жарданвиль, а потом патриарх, когда был там Алексей, и его пригласил и перешел. А вот, ну, как бы, к слову, как бы вот это. Вот сейчас вот в наше время, даже в данный момент, есть такое, так сказать, мнение в некоторых, между православными. Некоторые считают, что документы иметь нельзя, а некоторые считают, что можно документы современные. Да. Как ваше мнение? Ну, я сошлюсь на мнение Яна Крестьянкина хотя бы. Я думаю, давно довольно авторитетный. Это не печать Антихриста. Это однозначно мы должны сказать. И поэтому, вот как Диомид учит, там, это мы не согласны с этим. Я не говорю, что он плохой, Диомид, но есть мнение авторитетных отцов. Но, вот вы Кирилла Сахарова знаете? На Берсеневке, от храма Христа Спасителя 200 метров. Вон там игумен служит. Он один единственный, который не приняли ИНН в Москве. И он так, а у него там патриарх частенько бывает, там патриарх это сербский, Павел был. И вот они звонят, что делать? Совсем зажали никак. Отец, сколько можешь, упирайся. Они с тобой ничего не сделают. Но уже никак нельзя. Вот у нас какой паспорт? У меня паспорт современный. Есть. Он никакой роли в моем спасении не играет. Но вот сейчас отыскивают в нем какие-то знаки, там шестерки. Вот внизу покажу. Как понимаете, тихо. Значит, это новый паспорт. Ну, паспорт и паспорт. Никакого значения не придаем. А это, вот, о чем я вам сейчас сказал, вам будет самому интересно даже сказать, что вы видели. Свидетельство, вот, прочитайте. Вот.
интернетом пользуетесь? Интернет? Да. Да. Мне так пока что интернет нет. Ну, когда-нибудь будет. Угу. Это православный английский сайт, это наш сайт. Это мой. Притом за что брали? За это, что? Как правило, печать. А это льгота. Везде на всей территории, она действительно там бесплатный проезд, там, ну и такие мелочи. Соцпомощь, как сказать. Жертвам политических репрессий. Не по пяти тюрьмам протащили, 26 лет только психиатрия трепала, не заращивали. Все позади, как будто никогда не было. Конечно, все страшно, тяжело, но когда с Богом, отец, это как на крыльях идешь. Бог укрепляет и радует. И заключенные слушают. У меня следователь обратился, принял полное крещение. Начальник тюрьмы ему по-христиански. Бог открывает сердца людей. И туда не проникнешь никак, там закрыто. Но он меня открыл дверь, и я туда там оказался. Я среди них. Но нужно там себя делать. Вот там в тюрьме пойдем 6. Я всегда стал 4. Утренняя молитва до 6. И днем я остановился на молитву около 5 раз по 1,5 часа. А с 8 до 10 проповедь. Там охранники все собирались, слушали. Ну это, конечно, так не всякий может. Должно быть, как бы сказать, особое такое. Ну, я был где-то показывать. Вот здесь у вас был батюшка был. Он, говорит, лежал на спине. Другой играет там с ними вместе в шахматы или что-то. Отец Михаил там за Симаги. Я пришел не играть туда. Я пришел оплакать свой путь. Я пришел людям рассказать о моем любимом Христе. И там я должен соблюдать все наши правила. Пост, там есть нечего. Я отказываюсь, я говорю о том, что мне положено. Я христианин, я православный. Там сектанты, я ему свидетельствую. Я тут был старец Адриан, в Лавре. Сергиевой. И он говорит, это который сейчас в Печорах? Да. И вот и он говорит, если 12 человек через человека бы обратились, через сектантов, это уже, говорит, апостол современности. Я говорю, а у меня не 12, у меня намного больше. Вы у него были? А? Палац Адриана, бывали вы? И, да, я просто был у него на исповеди, разговорились, он знает, чем я занимаюсь. И вот вы слышали такой отец Григорий, иеромонах, голову этот Кришнаита отрезал. Это чадо мое было, он родился. Сейчас не любит говорить это чадо, я не боюсь сказать. Он был комсомольский работник республиканского масштаба. Двоюродный племянник Суслова, главный идеолог СССР. Он в моем доме обратился, стал иеромонахом. Геннадий Фас, который это сейчас магистр богословия патриархии, это меннонит немец. Но если бы я молчал, не свидетельствовал, он так и остался бы в своем понимании. То есть это вы его привели к вере, да, Фавста, да? Да, это в моем доме. Просто в моем. Я он везде упоминает, дескать. Я обратился через удивительного человека, простого мирянина, который разбил вдребезги все мои убеждения. Когда они, это было в 79-м году, 30 апреля мы сидели до 5 утра. Он встал, а он же проповедовал у баптистов кафедры. И вдруг я встал, у меня ничего нет. Я понял, что у нас все от головы, у православных от Духа Святого. Понимаете, вот я был сейчас у отца Кирилла, и он все-таки пожелал, что я проповедовал. Игумен Сахаров на Берсеневке. Я одел меня в стихарь, мне дано право проповедовать. Я взял тему Римлянам 8.9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. О чем Серафим Саровский сказал, стяжание Духа Святого. Это главная цель. Все в этом заключается. Вот эти четыре греха против Духа Святого, народ вообще его не знает. Какие четыре? А? Какие четыре греха? Ну, а те, которые в Писании, апостол Павел говорит, не угашайте Духа Святого. И Златоуст растолковывает, когда ветер дует, закрой отверстие, чтобы не попадал. Увлекается разным ветром учения. Дальше Стефана, когда повели на казнь, он говорит, вы всегда, это угошение Духа Святого, теперь, вы всегда противитесь Духу Святому. Противление, и Павел говорит, не огорчайте Духа, огорчение. И четвертый, последний грех, это хулана Духа Святого. Это согласно Святой Библии. Это грехи, которые прямо Дух Святой указал в Священном Писании. И этого нужно как огня бояться. То есть тебе дал Бог талант, ты каждый день молись, чтобы обнаружить его и умножить. И чтобы Бог дал помощников, наставников, советников. Зарывшие таланты будут во внешней тьме. И не скажешь, что я не знал, мне талант не дан. Как не дан? Откуда ты узнаешь, что дан или не дан? Я вот всегда говорю, в школе я учился, у меня иностранного языка не было. Ну, учителей не было. Но за время службы я изучил английский, немецкий, французский. Выступал у этих людей самостоятельно.
Откуда вы знали, что это талант? Ну, этот талант есть, это же Бог, да. Ну, я и про то и говорю. А как бы, если бы не занимался? В Латвию я приехал, через 3 месяца я у них уже мог проповедовать, латышский язык выдал. 3 месяца – это не срок. Люди живут 20 лет, ничего не могут. Почему? Надо работать и просить Бога смиренно. Господи, вот мы поехали, я всем говорю, у нас опыта никакого нет, дальние поездки. Ну, представьте, мы с грузом идем, одну литературу на 700 с лишним килограмм. И ночевать это в лесополосах приходится, на люди не вылазит. Днем идем в центральную краевую областную библиотеку. И как вести себя? На малые села мы знали за 100 километров. Но теперь за 5000 выехали. И опыт прямо на глазах стал прибавляться. Теперь мы говорим, вернемся домой, уже можем сказать, Бог благословил. Даже вот в библиотеке маловерующие. Мы всех просим, молитесь за нас, чтобы вернулись. А мы за вас будем молиться. Так она выйдет сегодня, еще и крестит и благословляет. А еще вот один вопрос спросить. А с чем связана вот ваша такая форма одежды, необычная? Необычная? С чем она необычная? Ну, давайте внешне посмотрим. Борода – это Бог сотворил, про это отпадает даже, не надо разговаривать. Mm-hmm. Меня Бог сотворил таким. Он не творил одинаково мужчину и женщину. Второе. Рубашка на выпуск и под поясок – это форма русского человека. Посмотрите, даже Лев Толстой стоит, фотография его, фотография. Картины Сурикова, картины Поленова. Нигде другого нету. Это форма, брюки заправлять – это немецкая форма. Это, так, конечно, красивее. Вот смотрите, выступает скромнее. Казацкий хор какой-то, народный, там, фольклорный. Какие у них кисти, пояса, какие они выходят, рубахи какие. Это наша русская форма. Ну вот мы все, как так и есть. Мы ничего не придумываем, мы русские люди. И у нас лозунг, вот я начальник детского лагеря, основатель православного трудового лагеря. 40 лет ни рубля государство не дало, только гнобили, давили. 1000 детей подняли. Вопрос уже решен с беспризорниками. Если бы в каждом селе, в каждом городе, ну, скажем, на 1000 человек один находился бы образованный лагерь. Вот 17 тысяч сел разрушено в России. Мы первые получаем статус, получаем землю. У нас может поселиться кто докажет. Докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда первый разговор с ним. Вот у нас если колокол ударит, все 100% в храмах. В храме. Ну, батюшка, он 32 года ему, он в сане Ирея, протоиерея. Он здесь 7 лет служил, настоятелем был в Тобольске. Яким Лапкин, это мой брат. Вот он стоит здесь. Вот он. Это мой родной брат. Вот он. Это в воде крещения. Он давно здесь был? Да. Ну, это, я не знаю, это 20 лет, выходит 23 года примерно назад. Он открытый с народом. У него все данные есть этим. Но он сам держит овец и колоска. Ему не надо там ходить, выпрашивать деньги. У нас введена святая десятина. У нас вещи не продают, ничего этого нет. Покупают воск, отливают, сколько надо, батюшка ставит. У нас хождения в храме даже вот такого вот нету. Пришли мертвая тишина. Ни один. Только мы пришли на молитву. Если вышел по нужде человек, больше он не заходит. Он. Оглашенные извините, все в притвор. Один бороду себе подправил где-то, 2 года стоял в коридоре. Не говоря там что-то другое есть. Это каноны, правила. А сегодня все так. Экономия, экономия. Какая экономия? Кто тебе дал право на посты? Я вот пост наступит. Батюшка, разреши гастрит, там артрит. У тебя права нет такого. Разрешается по канонам. Ты, как священник, можешь разрешить есть только растительное масло и вино. Больше ничего. Кому? Дальше, говорится, беременным, зело престарел, зело болен. Все. Других прав нет. Я тебе приду, сейчас скажу, дай мне квартиру в элитном доме. Я скажу, как я тебе дом? Надо просить дознать, что священник не имеет права нарушать пост и никому не может давать. Вот это он может. Это нужно сказать. Это, что это он может? Вот, что может разрешить ты? Нет. Вот, допустим, больной человек подошел и говорит, я не могу. Ты можешь разрешить ей в среду, там, пятницу, когда растительное масло, елей называется, и вино. Ну, сколько-то там ради немощи желудка копаю. Все. У тебя прав никаких нету, что ладно, ешь, пей молочко, ты можешь. У тебя нет прав, ты самовольничаешь. Когда люди говорили так, Серафим Саровский об этом хорошо говорил. Хлеб да вода монашеская еда. А Феофан Затворник говорит, вот у тебя причина одна. Ты говоришь, болен. Вторая, третья, четвертая. Но когда за нарушение тебя дьявол потащит в ад, говорит, хочешь, не хочешь, пойдешь. Поэтому святая церковь – это мать любящая. Она назначила нам посты для пользы. И уже если я православный, здесь все сказано. Я согласен, что Петров пост вот этот, он не нужен, он не исполняется. Он просто в 9 веке пришел. Но я православный. И все мои знания остаются за бортом. У меня в детском лагере каждый день смотрят, растительное масло разрешается или нет. Мы нигде не нарушаем. Ваши дети вот от отца Зосимы, здесь у нас каждый год бывает. Отца Зосимы-то знаете же? Вот. Это от него спросите, кто такой Игнатий Лапкин.
Больше ничего не надо. Вас зовут Игнатий, да? А? Игнатий. Я. А вот знаете что? Просто я в детстве еще, когда маленький был совсем, маленький был вообще еще ребенком. Вот. У меня тетя. Я прислушаюсь, я плохо слышу, поэтому, да, чтобы не пропустить. У меня тетя родная, она всю жизнь была слепой. Ну, это я так просто, как бы, чтобы было более понятно. И она уже тогда стали магнитофоны появляться, еще такие, как сказать. Катушечные. Вот. Да, магнитофон. Она была совершенно слепая. Она первая в нашей семье пришла к вере. Вот, и она была как стержень нашей семьи веры. Вот. А я еще был просто маленький, совсем еще был вообще маленький. А сколько так, лет-то? Мне сейчас 36, вот скоро будет. Видишь, мне 74-й. А? Мне 74-й. Ага. И вот я просто помню, что она слепая была, и у ней уже под конец жизни вот как бы вот этот магнитофон-то как-то купили. И что там написано? И там читал один Игнатий, она постоянно говорила, Игнатий, это Игнатий. Это мои пленки по всей стране разошлись. Я насчитал 12 томов Златоуста, 12 книг. А знаете, там о чем было? Жития святых. О чем просто, это она вот как говорила, что вот, вот про другое я-то не помню особо-то. Вот я помню, что вот она говорила, что Титаника читала. Титаника, да. Вы читали? Да, много, у меня 50 книг насчитано было. Все, что касалось веры. Из всей русской литературы я вырвал все, что говорилось о Боге, в поэзии. Там у меня пленок было на 2500 часов. Вот «Гибель Титаника» вы читали? Может быть, и читал даже, потому что это небольшой, может быть, рассказ. Вот я помню. Самый момент, когда тонули и как призывали молиться, то есть мне это не нужно, там строительство и прочее. Я выбирал только самый момент. И у меня стихи есть, написанные не в книгах, 3467 моих стихов. Я работал на корабле, учился на штурмане. И там как корабль тонет, есть кто не вышел совсем из каюты, призвали на помощь Творца. И концовка такая, когда мой корабль опрокинет пучину, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. В этом смысл. Ну вот просто я как бы вспомнил такое, так. Что вот она говорила. Я и слушали, ну она эти диски она прокручивала, слушала как бы. И а вы здесь кем служите? Я и Романова батюшка здесь. Собор. Отец. Ты пришел бы к нам, я бы тебе подарок сделал. Какой? Мы находимся из какой? Я выпросил... да не надо, я просто как бы сказал. Ну, понимаете, я вижу, сообразил. Что вы очень не интересующийся. То, не то что... Это симфония, я говорил, представьте, где-то трехтомник Нового Завета мы выпустили, полное с откровением толкование всех святых отцов. И 240 иллюстраций в полный лист мы раскрасили. Гюстава Доре, лучший иллюстратор. Они посланы в подарок эти трехтомник патриарху Кириллу, Путину, Медведеву. Ну, они украсят любую библиотеку. И две симфонии. Одна не на канонические книги, 11 книг не канонических. Очень трудно далась составлять ее. Она на лучшая в мире сегодня. И симфония на жития святых, на 12 томов. А еще можно такой вопрос спросить. Mm-hmm. А вот как бы почему вы не в сале? Наверное, как бы не было у вас, допустим, вот, как сказать, возможности сам принять в жизни вот так вот. Не то, что не было возможности. Я мог давно быть епископом. Меня где только не сватали, собирались все вместе, ну, сидят несколько епископов, митрополит. Это не мое. И я им начинаю доказывать, это не мое. Я выступаю в воинских частях, во всех отделах милиции, краевому, в 5 университетах веду занятия, на всех заводах, какие только есть, 20 школ, примерно, во всех техникумах. И они соглашаются, да, кое-где вам ход был бы закрыт. 17 лет сотрудничаю с тюрьмой, захожу к приговоренному к смертной казни, в КГБ, в ФСБ сегодня, в прокуратуре, в судах, везде мне пришлось проповедовать. Кое-где мне было бы закрыто. И все епископы, все соглашались. Меня кто только не пытался руку положить. Я полностью закончил, что требуется знать священнику. Проходил, вот у нас три брата, и все мы одновременно готовились стать священниками. Но стал только средний брат, отец Акий. По разным условиям. Мне это не мое поприще. И это понимают все, которые знакомятся с моими трудами. Мне другой путь дан. Путь на самом низу социальной лестницы работать с людьми. А, такой вот вопрос просто. Ну, как бы, так уж. А вы сколько раз причащаетесь? Ну, в прошлое воскресенье причащались мы. Поехали, перед тем, как поехать, мы исповедовались, причастились, батюшка окропил наш колесницу-то и отправились в путь. Получается, уже два воскресенья будет мы в пути. Но это воскресенье мы могли бы причаститься у отца Кирилла, но мы не считаем достойны себя.
вы были, там я говорил слово как раз на эту тему, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот потом побеседовали. А как вы отца Кирилла Сахара не знаете, игумен? Берсеневка, на Берсеневке и храм Николы. 200 метров от храма Христа Спасителя на этой стороне. Так я же там не живу, я у храма Спасителя это один из... Он был председателем Российского братства молодежи патриархии. Два срока. А потом заместителем был. Это один из самых, можно сказать, любознательных, талантливых сегодня. У него третья книга сейчас выходит, «Воспоминания». Он там и в Чечне, и в Сербии, и в Иерусалиме. К нему там разные патриархи, там румынские, сербские. К нему все там заезжают. И патриарх Кирилл Алексеев. Он очень известный. Сейчас мы были, он после операции уезжал. Кирилл Сахаров, игумен. А его... Ему сколько лет? Вот мы же говорили с ним. Сколько? Ну, наверное, уже 46. Почти под 50 это подходит. У него что-то камни в почке были. Он к нам с группой детей приезжал в мой лагерь, в этот, в Потеряевку, на Алтае, где я начальник детского лагеря, вот, и он приезжал с группой. Он очень талантливый, простой, у него настоящая община, но он служит все по древлю православному. Он не единоверческий никакой, он прямо патриархийный, но у него все абсолютно, и служба, и напев, и все. И вот недавно у него там на службе был патриарх Кирилл. Он как связующее звено со старообрядцами. Это единственный храм, где полностью все ведется по Даниконовским книгам. Все стоят с левцисками, одеяния, ну, все. А в вашем братстве, где вы живете, то есть на Алтае, как я понимаю, вы живете, в общем-то, на Алтае, да? Да, мы прямо, я живу в Барнауле зиму, но зиму я всегда преподаю в университетах, а летом начальник детского лагеря. И много у вас человек в вашем братстве? Ну вот мы пятеро. Всего? Нет. Ну как, это всего. Мы, которые... Община. Ну, в общем, это у нас в Барнауле, который, кажется, 99 человек, это с детьми. Шибко ты не разгонишься. У нас такие правила, как недавно писали, говорят, в общину к Игнатию Лапкину попасть нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Мы к крещению 3 года готовим. Вот сейчас патриарх сказал, что оглашение. Ну, оглашение. Я говорю, а сколько вы? Ну, занятия 2 надо провести. Какие занятия там? По 20 минут. У нас 450 академических часов. Мы полностью проходим Новый Завет. Потом церковно-приходской совет, 10 человек решают допускать, не допускать. Они носят совещательный характер. Священник единовластно решает, допустить. Ну, мы даем рекомендацию. Стоит ли не допускать? Ему 2 было поручителя. В течение этих 2-3 лет человеку помогали расти. Но если он все знал, не крещенный, такого, конечно, срок поменьше. Это нигде, ни в одной общине нет такого серьезнейшего подхода. Православие – это все в совокупности, что только может быть. Вот с сектантами мы говорим, когда они по всем пунктам выше нас. По всем. Даже сравнивать не надо. Я 50 лет работаю. Но у нас есть то, что они не могут перешагнуть. У нас есть священство и таинство. Мы церковь, а они не церковь. Вот это самая трагедия. Их такие прекрасные почему? Люди. А почему вы говорите, что они во всем выше православных? Ну, во-первых, православные, давайте, 100 человек, которые выходят из храма, и 100, которые сектант. У них ни один не курит, ни один не матерится. Ну, по порядку. Возьмем, ни один не разведенный. Ну, а свою паспорт еще не знаете, что? Неужели? А? Неужели? Я говорю, да, я знаю. Я знаю, потому что я сомневаюсь. Ну, сомнения это плохо. Подобно морской волне поднимаю и развиваю. Нет, это другое. Я знаю, отец, абсолютно точно, что по нравственности даже не приходится сравнивать. Возьмите один иеговист, святитель Иеговы. Да он стоит сотни православных, лжеправославных. Приходят, уходят, как сегодня говорят, колесное христианство. Детскую коляску прикатили, покрестили. Приехал кадиллак, повенчались. Ну и третий это катафалк. Похоронили. Все. Они вообще в храмах люди не бывают, не знают. Представьте, мы приходим в село, 1000 человек в селе, 6 человек воскресенье. 6 человек, больше никого нету. Они люди не хотят ничего знать. Сектанты, они изучают Библию, знают, но они не церковь. Вся трагедия вот в чем заключается. И мы им указываем, у вас нет священства по хиротонии, как вот православие, связано с апостольским временем. А значит, нет таинства. И Христос придет за церковью. Я вот на чем их ловлю. А говорить о том, что мы лучше, ну, что смеяться-то? Ни в какое сравнение даже не идет, да. Я хочу это все вот у вас как бы так вот строго все, да? Да. А не может ли случиться перегибы в этом случае? Не может, каноны. Не может быть. По той простой причине, что я следую святым отцам. Каноны, которые утверждены Вселенской Церковью.
Я не могу переборщить никак. Вот у нас, ну, считаем, 6-й Вселенский собор, 14-15 правила. До 30 лет, ну, диаконы 25, пресвитеры 30-летние. А еще не достигнет урещенных лет. Сегодня 17-летних ставят. На каком основании? 100 главы собор, 3 правила, на это же самое сказал. Ну, 69-е правило апостольское говорит, апостольское, о посте за нарушение, что у нас ни один не подходит к батюшке, разреши что-то, ни один не нарушает пост. И положительно влияет, у нас все одеты по форме, повойник, волосинка одна не видна, а второй платок под булавку, ну как у Сурикова картина, вот боярина Морозова. Посмотрите на икону Божьей Матери. Платье, ну, там не больше 10 сантиметров от земли. Все в поясах, ни один бороду не трогает. Мы когда приходим в Покровский собор, так они, а то из какого монастыря ли вы? И как вас величать правильно мне? Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Так, отец, пройдем к нам. А тебе будет такой подарок, который ты, говорится, в глаза даже не видел. Впервые за 2000 лет в одном из зданий полное толкование от Матфея с Откровением вместе. По всем святым отцам и с опровержением самых современных лжетолкований сектантов. Игнатий Тихонович, я, вот знаете, конечно, я ни в чем, как бы, ну, как бы не собираюсь как-то что-то, ну, как бы сказать, ну, дискуссии в этом плане вести, но все-таки вот мне так кажется, это просто личное мое, вообще только вот сейчас мы с вами говорим, что все-таки, ну, это, я еще раз повторяю, что ничего мое слово не значит, вот, но мне кажется, что в этом случае может быть перегиб, вот, и, ну, как сказать, получается, знаете, как вот, как может получиться? Кого-то оттолкнет вроде бы, да? Кто-то не сможет вот в эту меру войти, вот, и значит, по вашему мнению, как бы, оно само собой вытекает, что они не спасутся. Они сами себя обрекли. Сколько людей, которые от Христа отошли, а какую неправду вы мне нашли, отцы ваши? Это не сегодня только было. Апостол говорит, все оставили меня, остался один Лука со мною. Это всегда было. Иоанна Крестителя не кто-то, а свои архиереи, 47 епископов поднялись против него. Ну, это их дело. Я еще раз, да. Как бы, это правило церковное. Мы не добавляем ничего. Ему не нравится, ну, путь широкий, идешь им. Но ты пошел за Христом, путь узкий написано, тернистый. Другого нам Бог не оставил. И называться православным – это пустой звук. Как Иоанн Златоуст говорит, многие называются христианами. Это пустой звук, вводящий других в заблуждение. Если ты христианин, не обольщайся миром. Мир ушел. Кто любит мир, то нет любви отче. Прелюбодействие – это называется духовной проституцией. И кто любит мир, тот делается врагом Богу. И мы еще должны рамки поставить человеку, строгие рамки. Вот не переходи через них. Еще раз скажу. Вот. И исходя из того, вот как вы обрисовали, да, ваши, как бы сказать, вашу общину. Не общину, а ваше, как бы сказать, направление или как ли, или ваши как бы рамки, не знаю, как сказать, да, то получается из этого само собой вытекающее, что вся эта церковь получается, мы вот все, кто ходим в храм, мы-то получается как бы не спасаемся, мы не спасенные. Вывод. И получается только ваша. Как бы ваша только община, как бы только она, как бы одна. Бог знает, отец, все спасается, но приноравливается к низинам, которые не знают, не годится. Вот я веду занятия с заключенными. И один заключенный говорит, а вот нельзя ли как-то упросить Евангелие, чтобы нам, вот зэкам, это, ну, какая-то льгота была. Я говорю, два варианта есть. Вот человек напился и упал в лужу. Один вариант такой, я ложусь рядом с ним в лужу и начинаю ему наговаривать, нехорошо пить. Ну, ты понимаешь, печень у тебя сырость, печени будет. Другой вариант, я его встряхиваю, поднимаю, ставлю к стенке, снимаю с него это, начинаю обмывать его, привожу его, кормлю, узнаю, какая у меня специальность, а у нас такие есть. Бомжи, глухонемые от рождения, они сейчас члены общины. Там такие, у них специальности открываются. Он даже сам забыл, что он краснодеревщик, любую обувь модельную может шить. Он никакой. А она студентка 4-го курса. Он женился на мне, 4 ребятишек. Жизнь человека меняется не от того, что мы вот так хлюпаем, а когда узнаем Господа. А с Господом нет ничего трудного. Я не нахожу ни одной из 719 действующих канонов сегодня, которые действуют, которые были бы непосильны. Но их 413 ежедневно, целенаправленно в храмах нарушаются. Притом никакой нужды нету. Прямо-таки воюют. Ну, все знают, торговля запрещена, Христос выгнал, каноны запрещают. В каждом храме стоят киоски.
Христос говорит, дом мой наречется домом молитвы. А вы, на кого он говорит? Ну, не на мирянина же. Сделали его домом торговли. А второй раз сказал, говорит, вертепом разбойников. Ну, кто это в то время мог поверить, что как храм молится, да вертеп разбойник? Нет, никакой льготы Бог не дал. Взял бич и начал пороть. У нас торговли нету. А вы это место, вот толкование читали, вот этого места, да. где Христос взял бич и выгонял? Да. Вы толкование это вообще? Я насчитывал это, я на Златоусте. И Гладкова знаю. И значит, это во дворе было, говорит, это не в самом храме. Это даже во дворе. И этого нельзя было. У нас торговли нету. Никакой нету вообще. Нету. У нас с тарелкой не ходят по храму. А почему ящик висит, кому надо, положит и неприметно. Но у нас введена святая десятина. От своих прибытков десятая часть приносит священнику. Все. Вот я спрашиваю, хотите быть благословенны? Ой, да, батюшка, благослови. А вы знаете, две грани благословения? А между ними все остальные. Первая грань Аврааму дана. Благословляющий тебя благословен будет, а проклинающий проклят. То есть никогда не проклинай евреев. Никогда. Знаешь, что ограбили страну, там все это правильно ты скажешь. Они масоны, они антихриста готовят, все правильно, но ты не проклинай. А проси у Бога милости на этот народ, чтобы они приняли Христа, чтобы они обратились. Павел говорит, я готов быть сам отрещенным за народ, за родной мне. 13 глава послания к Римлянам. И второе, последнее, это проклятие вы прокляты. Весь народ, что вы обкрадываете меня. Народ спрашивает, чем мы обкрадываем? Господь говорит, Малахия 3 глава, десятины и приношения. Принесите в дом Божий десятины, не открою ли вам двери небесные, не залью благодати на вас. У нас этот пост решился сам, даже оглашенные все платят десятину. У нас ни с тарелками, никакой продажи вообще нету. Все платят священнику, да? А? Священнику, да? Да, священнику десятина. А вторая десятина? А куда столько денег священнику, если десятина платится так много священнику? А не будет много. А куда, во-первых, он знает, куда употребить, священник-то еще такой. А множество это не нам рассуждать, Бог повелел, и поэтому это тоже за бортом. Дальше что нужно? Топливо, другое, все покупают. Ремонт храма батюшка выделяет. Мы поехали сейчас, у нас на одну поездку, вот в эту, наверное, 1040 уйдет только на бензин. Батюшка тут же сразу вкладывает. Он держит около 100 овец. Ему это меньше всего, он без всякой десятины проживет. Матушка у него агроном ученый, там с институтом сотрудничает. У нас все работают. Одна вот не хотела работать, а в возрасте. Раз, другой, третий исключили из общины. У нас не положено это. И у нас возле храма никто не просит. Должна быть грамота, разрешение от епископа. Посмотрели, она просит. Она может работать, ей всего 35 лет. Не должно это быть. Никто не имеет права просить милости возле храма, пока епископ не даст мирную грамоту. Это каноны. Мы какие же православные, если каноны свои не знаем. Каноны – это вехи на пути в Царство Небесное. Если Евангелие есть путь, то каноны – это вехи. Православие сильно соборами, во святую соборную. Это людям кажется, а если вот так, да все уйдут. Ничего подобного. Не ушли, вот они стоят. Человек с одной из Оренбургской области, этот вообще ничего не знал. Этот позапрошлом году только пришел. Это тоже, я как-то, там такое есть... школа творчества, и он там был. И я начал говорить, а он думает, кого-то привели, какой-то человек в сапогах. Я вот слышал о масонах, а я как раз об этом начал говорить, отвечать о протоколах. Я этой теме 14 лет отдал. Его сердце приклеилось, принял крещение, женился сейчас здесь. И эти правила ни одного человека не оттолкнули. Только нам нужно начать всем сердцем любить Бога. Богу 90% и 99% не подходит. Если Сын Божий отдал все, на кресте умер, и не меньшего от нас Он не просит. Всем умом, всем сердцем, всей крепостью, всей душой. Слово «всем» повторяется 4 раза у Марка. Для чего? Да, это начинается, что вы говорите, ну, как бы сказать, вот такой человек, ну, как сказать, горячий, вот, горячо настроенный, как бы, вот, на свое дело, на проповедь, на веру, как бы, на любовь к Богу, вот. И это, ну, как бы... Вот я вижу это все. Но я православный священник, служу как бы в нашей православной церкви, один из всех остальных. Вот, я как бы знаю прихожан, как бы знаю, вот, знаю наших батюшек, вот, знаю наши немощи, вот, знаю как бы положение нашей церкви, как бы в некоторой степени. Я не то, что я знаю хорошо вообще. Вот, я просто не могу согласиться с тем, что
церковь, которая сейчас вот она есть, какая она есть. Какая есть. Вот какая есть, что она погибает, потому что я уверен, что с церковью, с православной, Бог, его милость. И что сейчас, в данный момент, при всем том положении, какое есть, вот, Бог есть со своим народом. И благодать в православных храмах и есть. Вот это, вот такого я мнения. То есть Бог и его благодать в храме и между православными людьми сейчас есть. Да, есть. Вот. Аминь. 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 Да, это вот. Никаких разговоров. Мы об этом только постоянно говорим. Но, обязательно добавлю, но люди-то не знают ничего совершенно. А мы встречаем их. Другое дело, что проповедовать слово это хорошо. И как бы это как бы. Ну, это наша обязанность. Похвально. Но опять же, вот здесь вот из того, что я сказал, получается, что вы как бы, ну как бы, ну как сказать. Батюшка, вы грамотный человек, даже слова такого не находится, но вы подсознательно чувствуете в нас опасность. Не то что опасность, а ну, как бы такую некоторую несоединенность с церковью, с нашей. Как бы, не то, что вы это как бы внешне этим отличаетесь. Нет, ну как бы сказать, не то, что вы сектанты, нет. Но вот как бы из ваших слов же, что вы как бы все держите, вы строго, как бы как надо все. А из вашего получается, что мы не как надо, и что вся церковь, она далеко не как надо. Так это так и есть, батюшка. 719 правил каждый день нарушается. И получается из этого всего, что покаяние привести, погибаете. И вы так и должны сказать. Так, патриарх конечно. Кирилл лучше нас знает. Ты приехал и сказал, состояние церкви тире, духовное развалины. Совершенно верно. Патриарху Кириллу показали все, что там вверху было. Внизу он не видал еще. Я ему написал. Мы идем по дворам, а священники собирают Евангелие и в церковной ограде сжигают. Я про это не знаю. Я про это не знаю. Ну, а я-то знаю. Я люблю церковь. Я это видел. Церковь, вот церковь свою православную, я ее люблю. Я люблю Бога и люблю людей, которые находятся в этой церкви. Вот в данном положении даже. Так и должно быть. При всех немощах, при всех недостатках. Потому что они, ну как бы сказать, и я верю, что с ними Бог и милость Его. Хотя у нас много недостатков. Маленький вопрос. Вы знаете, 22 глава, 5 стих Второзакония говорит так, чтобы мужчина не носил женскую одежду, а женщина мужскую. Это мерзость перед Богом. И это же в канонах указано. Это Гангский собор подтвердил. У вас сплошь и рядом идут в брюках. А я знаю себе благодать. Нет благодати, там мерзость одна. Она мерзавка. Позаложите ей. Это нельзя в храм не заходить и дома не надевать. И все кончилось. У нас были все они такие, носили брюки. Ни одна не носит. Даже самое простенькое. Бритые. Да, бритых, стоглавый собор запретил даже молиться, сорокоустья не творить. А на стоглавом соборе минимум только 3 канонизированных святых. Не надо так это отбросить и одним махом. Сегодня все понимают, чего мы лишились. Вместе с тем, что было, наша душа была там. Мы прилепились к этому. А теперь, ну ничего нет, люди приходят, проходной двор, как этот Юрасов пишет, прохожане. Юрасов, отец Амросий, он неоднократно ко мне приезжал. Беседовали. Я говорю, что ты долго не был? Он говорит, одно, вот прожил у тебя, говорит, 2 дня, мне, говорит, на 7 лет это хватило. Вот и все. В 4-м томе я разбираю его вопросы и ответы. Я, конечно... Вы его знаете? Да. Я лично его даже видел, но я видел просто так, вот. Не общался. Нам нужно научиться мыслить критериями Священного Писания. А много ли, мало, не нашего ума дела. Господь говорит, мало спасаемых. Много званых, вот много храма набили. А вот вам одна фраза. Феофана Затворника признаете святым? Конечно. А может быть, это уже пророк был? Конечно. Нет. Я вас уже поймал буквально на этом, что вы сейчас будете сами себя давить. Он говорит, пройдет одно, от силы 2 поколения, и православие на России окончательно угаснет. Здесь только один. Или это был же пророк, который лгал, или православие он имел в виду совершенно не это. Как Кукшин говорит, будут золотеть купола, говорит, а ходить, говорит, нельзя будет. Мы не знаем, дожили или нет. Но он это сказал. Если сравнить наше православие с тем, которое Иоанн Кронштадтский проповедовал, то мало общего находит. Нет, Натюш, я, конечно, знаю, и православная вера, как бы она всегда в этом была, что подвиг духовный, физический, как это, телесный подвиг и духовный, он всегда Богом, как бы благословлен, как сказать, это дело очень хорошее и очень нужное.
чем человек как бы себя строже держит, тем он и благодати больше получает от Бога. Ты благодать ощущаешь, помощь? Это несомненно. Это всегда было, это есть и всегда будет. Но жития святых все на этом построены, на строгости, да, подвязались, да, как они, да, поскольку, да, не ели, да, не пили, все отдали для Бога. Да. А просто расхлюпанное такое, оно никого никуда не ведет. Это люди обольщаются. Вот пришла, ага, Бог выручалочка. Сына в армии берут, надо скорее побежать. Экзамены сдают, пазочка выручалочка, там экзамен надо сдать. А для Бога всем сердцем, всем умом, это надо, в первую очередь, три ступени пройти по пальчикам. Отвернись с себя, свое «я» выбрось, научен ты там, не имеет. Возьми крест и следуй за мной. Следовать за Христом, ринулись. Взять крест добровольно, если я Бога благодарю за скорби, печали, болезни, за здоровье, я в равной степени должен знать. Молитва моя всегда на трех ступенях. Сегодня люди даже этого не знают. Первая ступень, на ней мусульмане, буддисты, еретики все, дай, помоги. То есть просительное. Это везде. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вторая, более сложная, это благодарение. Павел говорит, за все благодарите. Благодарить Бога. Это первое в Фессалоникийцам 5:18. Это за все благодарить. Вы не сомневаетесь в этом? За все. Его говорит, неужели за злобу? И третье, высшее херувимское словословие, аллилуйя, свят, свят, свят Господь Савов. И на эту ступень нужно все время стремиться подняться. Мне ничего не надо, я только славлю его святейшее имя. Нам дано учение о Святой Троице, это высказать нельзя. Ни мусульман, никто этого не знает. Нам Бог открыл. Я думаю, что дальше как бы не стоит нам продолжать беседу, вот, потому что как бы уже, в общем-то, что-то прояснилось из нашего разговора. Сергей, ты меня видишь? Ты ключики дать? От задней двери, от передней. Я завтра приду, где-то в 8. Вас как звать? Меня зовут Серафим. Как? Серафим меня зовут. Серафим. Вот, Серафим, знаете, как переводится? Знаю. Огненный. Вот. Между прочим, мое слово, Игнатий, переводится с греческого «неизвестный», «неведомый», и с латинского «огненный» то же самое. Так вот, Игнатий Тихонович, я вот еще хочу сказать, что я как бы, ну, поговорили мы, вот, кое-что как бы мне вот, как бы... Мы о многом говорили, батюшка. Вот, да, много. О многом. Вот, но я вот как был вот кем, был здесь, вот это, я в этом как бы и остаюсь как бы ни духом, ни умом, ничем как бы сказать, не знаю, как это сказать. Не сдвинулся после нашего разговора ни туда, ни сюда. Я просто выслушал вас, я вас понял, как бы ваше. Вот. И я еще раз повторю, что я уверен в том, что Бог в православной теперешней церкви, вот, и в нем благодать в церкви. И из этого как бы я никуда как бы, как сказать, ни духом, ни сердцем как бы не собираюсь. Вот, я понимаю все наши немощи. Что поделать, если вам такое положение, вот, наше церковное. Вот. И как бы, ну, я люблю вот церковь свою православную, вот, священников, народ. Вот. И я как бы в нем и остаюсь, вот, куда меня поставил Господь. Иду, так ваше влияние какое-то на народ должно быть? Конечно. Или вы просто свидетель, видите, грешат, ну грешите, я вам отпустил, идите грешите. Я Амросия сказал, ты знаешь, напоминаешь, что бочки, куриный помет, ты его размешал, осело маленько, завтра опять. Я говорю, сколько исповедовал? Да всю жизнь. Меняется? Не меняется. Это говорят те, которые исповедовали по 16 часов подряд. Ну, вы знаете, где он служил? Псково-Пещерское и где было. Ян Златоуст говорит, батюшка, слова, от которых вы должны содрогнуться. Большая часть священников погибает. Вот больше, если 10, то 6... Я таких слов не слышал. А? Я таких слов не слышал. Прочитайте. Большая часть. Большая, то есть 6 вне спасения. Дальше. Я даже, вот так сказать вам, думаю так, что таких слов нет. Ну, найдете. Что я сейчас скажу, если буду называть том, страницу, вы скажете, найдете. Настольная книга священнослужителя, 3-й том, 601-я страница. Сможете запомнить? Там сказано? 601 страница, 3-й том, по благословению Патриарха Пимена выпущено. Сейчас, подойди, там молитва Серафима Саровского. Я запомню, сейчас подойдите. Третий том. Третий том. Третий том настольной книги священнослужителя. Угу. Такого стального цвета. Это самый капитальный труд патриархии за те годы был. По благословению Патриарха Пимена. И вот смотрите. А третий том, а страница какая? 601.
Я вам говорю абсолютно точное название, какой том Златоуст я буду называть. Вам нельзя будет не принять это. Или вы скажете, только я называюсь православным, а православным на него по боку не надо. Вы должны будете, сходя с этого места, сказать, а я не православный, как делал, так и буду делать. Я люблю народ. Народ ты должен любить спасаемых, а не те беззаконники, которые хулят Бога 6 дней, а 7-й день приходят, смиренно сложили руки. Христианин – это не одежда, которую можно снимать. Это повседневность. И вот он пишет. Серафим Саровский молится 3 дня и 3 ночи. Кто пишет? Серафим Саровский, пишет Мотовилов. Угу. Там в кавычки дается. Уже никто не сомневается, что сказал Серафим Саровский. Помещено по благословению патриарха. Это уже его везде применяет. И он молится 3 дня, 3 ночи. Вы Серафима признаете святым? Да. Все, слава Богу. Мы одинаковые здесь. И он молился целенаправленно. Не о царе, не о царевище, которого расстреляют. Только о русских священниках и архиереях. Да. Господи, помилуй их. Он видел, что положение ужаснейшее. Что эти люди на вилы поднимут священников. Рубить будут архиереев. Бог открыл, и он ужаснулся. И он молит, Господи, помилуй их. День молятся безответно, второй день, ночь. Я не понимаю, как это можно было вытерпеть-то все. И, наконец, Бог заговорил. Как он заговорил? Дальше написано, и Бог сказал, двоеточие, прямая речь. То есть он не выдумывал. И Бог сказал, не пощажу и не помилую. Отлично. Как будто ни одного в России священника спасенного нет. Отлично. Это Серафим. Но тогда же их с сегодняшними сравнивать не приходится. Какие времена в народе были. А почему Бог отвечает? Потому что вымыслами человеческими заменили истину Божью. Это Псалом 118 и 113 стих. Все, тема закрыта. Хочу и не хочу, я вам готов говорить так. Если по твоей вине, о священник, погибнет одна душа, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. А их сегодня миллионы гибнет. А за одну душу тебе никогда не рассчитаться, Златоуст говорит. Почему? Потому что за нее Христос кровь пролил. А тут просто сказать, я люблю народ, который ходит, благое дело. Ты должен любить его и проповедовать, чтобы они в рай вошли. А не то, что они прилепились, пришли, ну, батюшка меня любит. А Христос говорит, славу друг от друга принимаете, от единого Бога не ищете. Апостол Павел говорит, если бы я угождал человеком, то не был бы рабом Христом. Это несовместимые понятия. Батюшке нравится, благословите. Народу нравится, благословил. А живут ли во Христе? Патриарх Кирилл говорит так, священник не знает своих прихожан. И говорит, вы подойдите к священнику, поговорите, пригласи, скажи, батюшка, пригласи меня к себе на чай. Ну, давай ближе. Сколько венчаний было в храме? Говорит, 504. Спрашивает патриарх, а кого вы знаете, живут они или нет? Ни одного не знаете. Да какой же ты священник-то? Ты еще на себя напустил эту святость-то? 504. Да у тебя уже в этом году, который ты венчал, 380 уже развелись. 86% разводов. Ты думай маленько, куда идем мы? Так патриарх тревогу бьет. Патриарх Кирилл, это не глупый человек. Он это прекрасно все видит. Если назвал общее состояние церкви, тире духовное, развалины, так вот они развалины, вот состояние церкви. Не этот храм. Вот в таком положении он увидел его своими святейшими глазами чистыми. Давайте мы как беседу нашу с вами просто закончим. Давайте. И останемся мы, ну как бы сказать, просто нормальным, как бы сказать, ну как это сказать. Я скажу, вы хотите сказать, давайте останемся в нашем ненормальном, погибельном состоянии. Отец, мы пошли, у нас уверенность спасения должна быть 100%. Если вы так считаете. Я так считаю, потому что положение духовное развалины. Мне достаточно этого. Это я подтверждаю это, мы проехали по России. Вот я вчера только выступал перед священниками. Когда я прошу вас, вы молитесь за нас. Мы молимся за всех. Вот, и два священника были. И они говорят, вот мы говорим, делаем, ничего не делается совершенно. Любую кришнаистскую литературу берут, читают. И вообще ничего не хотят люди читать и не знать. Я говорю, а посты-то соблюдают, ничего люди не знают. А я скажу, эти же самые люди, когда мы с ними занимаемся, они преображаются, это другие люди. Им нужно дать душу свою, как Христос сказал. Теперь я для них свидетельство, ну, не говорил бы с этими сектантами, как Геннадий, а другие, они вот такие были. Но ведь меня так, говорят, как фосы в гриву долбили. А я с ним сижу до 5 утра, доказываю, неправильное толкование одно, неправильно другое. У него все козыри, говорится, из рук выпали. И он понимает, только в православии спасение. Мне кажется, знаете, что, вот еще раз тогда, как бы подчеркнуть, что мне кажется, все-таки у вас такой вот сугубый уклон на буквальность, такое, на буквальность все. Да? Вот, а не на дух. Вербальное понимание. Не на дух, а
именно на буквальность, на вот на вот на эту внешнюю такую вот как бы такую сугубо. А как вы понимаете, сугубо? Иначе, если сказать до 30 лет не быть священником, я должен как? Один священник говорит, но у меня есть право 14-летним считать 30-летним епископ. Я говорю, на каком? А он приводит там Маркус, какой-то католик, что-то сказал. Я говорю, ты отец, Христос этого не говорил. Ну, Геннадий Тихонович, значит, получается, из ваших вот этих, даже вот этих слов получается, значит, наша церковь вообще никуда не годная. То есть, вообще... Отец легче сознаться сегодня, чем на суде Божьем. Если бы она была годная, отец, послушай, в мире не было большей трагедии, как с Русской Православной Церковью. И все церковные журналы сегодня наполнены. Как могло получиться? Святая Православная Русь взялась за вилы и погибло 200 тысяч священников и монахов. Их даже не стреляли, а колотушками били, били, как будто зверье какое. Кто это делал? Это, к этому подходит опять. Храмы пустые. Вот сейчас видели, девки там пляшут в храме там, Христа Спасителя. Видел. И меня спрашивают. К сожалению, видел. Я увидел так. Вот. Скажите, а что нужно делать? Сейчас идут самым ложным путем патриархии. Меня спрашивают, что делать? Посадили девок. Вы прислушайтесь. Да разве это можно делать? Они несчастные, погибшие люди. Сейчас все время идут сходы, собрания там везде. На их стороне вся страна уже. Этого делать нельзя было. А что делать? Собрать деньги, купить вот такой величинный амбарный замок и повесить на храм Христа Спасителя. Закрыт храм оскверненный. И 3 месяца молиться наружу день и ночь. И весь народ повернулся бы, потому что дождь, снег, мы молимся. Апостол Павел видели, что вел Трофима, и храм закрыли. Это по Писанию. Храм осквернен. Бог допустил. И мы будем плакать. Вся Москва будет на коленях стоять. Другого нет. Начинать надо с себя. Поверь, отец, пока огня в нас не будет гореть, мертвое слово не даст рождения. Это хорошо. Это такой горячий человек. Это хорошо, как Бог любит, конечно. И правильно, как бы, что без ревности, без такого горения, и особо ты не достигнешь ничего. Ничего нет. Он говорит, до ревности любит Дух, живущий в нас. Да, и у нас должен быть... Еремия говорит, я хотел молчать, но внутри меня был разлитый огонь, как бы, и слово вырывалось из меня. Это огонь попаляющий. И все-таки, как бы, вы хороший человек, вы добрый, все. Я и не говорю, что, как бы, то есть к вам претензии, но я вот, как бы... Вас опалило это? Нет, не опалило. Опалило? Мы почувствовали запах такой, что мы знаем, где преисподняя. Игры нету. Христос прямо показал. Много званых, но мало избранных, и мало кто путь находит туда. Единицы прорываются только. А где, ну, допустим, житие святого Пахомия? И он шел, хворост нес. Ну, они через реку переплывали, там хворост набирали и везли в монастырь. И вдруг он остановился, как Серафим Саровский. И стоит. Братья вокруг него, что с очи? Очи. Он уронил руки. Братья, что я вижу? Это житие святого. Пахомия. После спрашивает, очи, что ты увидел? Я увидел огромные глубины ров темный. И на дне его монахи. И бьются друг от друга лбами. И не могут выбросить. Только единицы, выкарабкались единицы. Ему показано видение от Бога. Вот это состояние сегодняшней церкви. Пахомиево видение. На дне глубочайшей пропасти народ бьются лбами, куда угодно идут. В разные секты. Почему? Священники не проповедовали, укусили. Патриарх Кирилл, ну, тогда он был не патриарх, а митрополит Смоленский, Калининградский. Я думаю, разница небольшая. Вот. И он говорит так, когда открыли храмы, перестройка началась, народ хлынул в храме и думали, всегда так будет. Это газета «Труд» печатает. Но вот народ отхлынул, храмы пустые. Итак, меняйте тактику. Нам нужно переформатировать сознание народа, патриарх говорит уже. Выйти на распутье, искать новые методы, привлекать людей ко Христу, ко Христу. Патриарх – это не отсталый человек. Он очень умно подходит к этому. Вернуться к истоку, выйти к народу, не сидеть здесь. Я думаю, что дальше мы не будем беседу продолжать. Ну. Потому что не надо идти по своим делам. Как бы не осудить кого-то, да? Нет. Это чтобы не было это игры в осуждение. Нет. Если мы осуждены, нам уже ничего не поможет. Мы должны сказать, Господи, хочу начать по-новому. Вот это начало покаяния. Иоанн Златоуст говорит, ты услышал и говоришь, увы, мне слушаю, а не делаю. Вот это, увы, говорит, начало покаяния. Ты услышал, паста твоя, да какая она паста? Как бы работать надо с ней. Это ваше, как бы, мнение, если вы желаете, да. То я-то ведь ничего не говорю. Ну, я вот говорю, что Златоуст говорит. Я вам предлагаю просто, вы свои дороженько пошли. Так придете в гости? В гости? Да я вам подарки сделаю. Нет. Мы утром рано уезжаем, вот, сегодня. Вот.
такого подарка царского вы никогда в глаза не видели. Какая красота! У меня особо времени-то нет читать. Ну, это плохо. Мы должны духовно расти. Вот представьте, я за 8 лет не прочитал, а издал 38 книг по 750 страниц. Это сегодня все понимают по всем вопросам энциклопедии. Я за компьютером за эти годы, 8 лет, провел больше 30 тысяч часов. Я не знал, вообще не знал. Это Бог дает. Бог дает, и надо брать, раз Он дает. Ну ладно. Всех вам благ. Всего хорошего. Так, мы просим помолиться, у нас дорога очень трудная. Едем вдоль дороги, памятники, памятники разбились, перевернулись, чтобы мы вернулись благополучно, а мы за вас будем молиться. И если будет время, придет. Я сегодня на вашем семинаре 6 книг оставил, а 38 сегодня последние, ну, у меня по 38 книг, в Тюменской областной библиотеке. Я везде, в каждый город дарю вот это. Перед этим храм Христа на крови, там большую, они написали мне грамоту. Вчера мы в Екатеринбурге были, на Ганину яму съездили. Вот, смотрите, а как вы к царю относитесь? А мне не надо спрашивать. Меня за начитывание его жития, царя, когда не был канонизирован, по мне КГБ борозды пахало. И послание патриарха Тихона к совнаркому. Я вчера увидел вот эти статуи, как красиво сделано. Я прислонился к ним, у меня слезы сами текут. Что мы сделали, мы, люди? Кого мы лишились? Сравните вот сегодняшнее, что есть, и какие эти были невидные агнцы. И это вчерашние православные расстреливали. Вчерашние, кто стал семинарист, кто Михаил закончил семинарию. Да какая же это была семинария, если из них вышли лютейшие гонители, людоеды. И притом это, ну, не случайно все, это попущено Богом, потому что не хотели Богу служить, как должно. Вам не нравился царь, теперь другой будет над вами. Как Иоанн Кронштадтский говорил, бич в лицо даст вам Бог. Храни Господь. Вочка, вы хороший, видите какой. А когда выходит другой комплекции человека, у нас, видите, у нас это, тоже. Я думаю, посты нас держат в рамках. И не позволяйте людям нигде хороший, ничего нарушать. Да. Не позволяйте. Буду исполнять, не буду. Ты священник. Не иди за толпой. А вы, священники, плететесь за толпой, куда она идет. Перестаньте это делать. Вы скажите, не положено женщине одеваться, это мерзость, мужскую одежду. Не положено. И отрубите это все. Вот они ходят здесь в одних трусах весь город. Как одета-то? Это срамота. А завтра пришла, прищепурилась она. Да и в храм-то приходят какие, смотреть ужас. Ну, в ваших руках такая власть. Ну, просто так стоят свидетели. Да ты, какой же ты спасенный-то? И Бог спросит тебя за эту овечку. Отец? Ну, ладно. Всем благ вам, всего хорошего. Нас фотографировали, батюшка? Сколько времени? Ну, сколько времени фотографируют? Не надо. До свидания. С Богом.